Швейцарский банк и международный финансовый конгломерат Credit Suisse AG планируют перейти на блокчейн в 2018 году. По информации с портала WebRazie, компания будет использовать технологию для крупных организаций и профсоюзов, а не для частного кредитования. Директор и глава отдела глобальных рынков Credit Suisse Эммануэль Айду прокомментировал, что компания работает над системой, в которой несколько десятков мелких кредитных операций управляются посредством смарт-контрактов между банками и агентствами, которые участвуют в процессе. Согласно концепции, технологию будут использовать для преодоления трудностей и сокращения времени, необходимого для выполнения транзакций.